Город Горловка, как вы знаете, один из самых пострадавших городов Донецкой Народной Республики. Одни из основных пунктов – это, конечно же, работа по восстановлению. Первоочередно – это конструктив, это стены, кирпичная кладка, крыша и остекление. Ну, наша мечта, которая будет реализована при колоссальнейшей поддержке главы республики, это обеспечение ремонта дорог всех основных путей работы общественного транспорта города Горловка, в том числе окраин, это обстреливаемые поселки, поселок 6-7, поселок Зайцево, Гольма. Мы неоднократно уже присутствовали, приезжали к населению на сходы граждан. Конечно же, один из основных вопросов, помимо боевых действий, это дороги. Мы надеемся, что это поручение граждан и поручение главы республики будет выполнено в кратчайшие сроки. Буквально сейчас, накануне сегодняшнего мероприятия, я созванивался со своей коллегой. Мы открываем очередной аптечный пункт на поселке Гагарина. Это Никитовский район, также обстреливаемый. Хочу выразить слова благодарности Министерству здравоохранения, которое позволяет нам в рамках действующего законодательства в ускоренном порядке получать лицензии аптекарям, которые работают непосредственно на линии сопротивления. Таким образом, мы уже за полтора месяца открыли 2 аптечных пункта и 3 аптеки. Непосредственно там, где люди их не видели с конца 2014 года.